Австрия, Вьетнам и страны Большого Алтая в крупнейшем международном управленческом форуме «Алтай. Территория развития», который стартует уже через полтора месяца, примет участие свыше 1500 человек. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции, посвященной подготовке к единственному управленческому форуму России. За свою 10-летнюю историю форум АТР объединил больше 15 тысяч человек из 62 регионов из 43 стран мира. В этом году в АТР примут участие свыше 1500 человек в возрасте от 18 до 35 лет, а также почетные гости и медийные личности, среди которых режиссер и сценарист Борис Грачевский. Образовательная программа форума включает 14 направлений – от развития молодежного предпринимательства до массового спорта. Основная цель АТР, по словам организаторов, – привлечение талантливых управленцев, которые готовы решать социально-экономические задачи своего региона. На форуме мы в этом году акцент ставим на создание комфортных условий для развития молодежи, позволяющих максимально оставаться в своем регионе и работать. Данная проблема актуальна не только для Алтайского края, это известно, но и для других регионов Сибири и Дальнего Востока, в связи с чем форум ориентирован на перспективы своего региона как территории развития. Регистрация на форум уже идет и продлится до 20 мая. Уже 9 июня на территории Алтайской здравницы в Сибирском подворье состоится грандиозное открытие масштабного форума.